Всем добрый вечер. Ну вот уже сегодня 8 декабря, и, по-моему, настало время заниматься приготовлением к Новому году. Ковид ковидом, но никто не отменял праздников. Я думаю, вы со мной согласны. Поэтому давайте не просто петь, но заниматься какими-то полезными, красивыми идеями для того, чтобы смастерить, придумать какую-нибудь красоту. Можно сделать, предположим, что-то из натуральных материалов. Вот, например, у меня много собранных мною шишек. У нас в городе очень много разных пород деревьев, которые дают прекрасные возможности для того, чтобы из них потом что-то изобразить. Пока могу познакомить с некоторыми представителями. Например, вот эта шишечка, из которой когда-то очень давно-давно, в советские времена, в городе Сочи делали прекрасный сувенир Чебурашку. Ну, когда-нибудь, может быть, и я смогу. Надо просто пополам эту шишечку разрезать для ушей, а потом смастерить ушки, туловище, сделать вот здесь двое глазок, и получится просто чудесный Чебурашка. Вот даже можно понять, что у меня уже этот Чебурашка лежит на руке. Но Чебурашку мы делать не будем. Я, конечно, буду думать про Новый год. Вот, насобирала достаточно много хороших, красивых, маленьких шишек и больших. Поэтому будем заниматься. И я вас тоже всех призываю к тому, чтобы заняться творчеством. Ведь это очень здорово, это полезно. Вот, например, шишка криптомерии. Великолепное дерево. А, нет, пардон, это араукария. Тоже название такое смешное. У криптомерии немножечко другая, я ее потом найду. Вот это суга. Это редкое-редкое дерево. Нашла я ее только лишь у нас в дендрарии. Причем эти шишечки только на двух деревьях. Там всего лишь два дерева. Но они такие классные. Они мягенькие, маленькие, легенькие. Из них можно просто замечательно придумать. Ну, в общем, я так понимаю, в топиарии. Ну, вы, наверное, знаете, что это такое топиарии. Это такой красивый, верхняя красивая часть, которая наподобие кроны дерева ставится на палочку. Палочка должна быть красивой. Ну, не такое-то я приблизительно пока решила попробовать. А далее вы уже определяете, когда вы ее закрепите, украсите разными бусинками, ну, типа какими-нибудь такими. Ну, сейчас у меня места мало, потому что оно уже готово. Ну, например, поставите бусинку сюда по центру. Еще одну. А потом можете уже все это вместе определить в какой-нибудь красивый стаканчик. Ну, сделать там внутри, закрепить в стаканчике с помощью цемента, и получится у вас замечательное